Привет всем! Ну что ж, пасхальные киндеры поступили в продажу, и будет у нас теперь много обзоров на основную серию, на Макси, на много будет разных огромных киндеров. Ну вот, сегодня у нас первый обзор, будем распаковывать Kinder Joy, пасхальные киндеры 2020 года, вот в таких вот упаковках. Они, как в прошлом году, вышли по два сюрприза в упаковках из-под яиц. Ну и давайте посмотрим, как выглядит коллекция Kinder Joy пасхальная. В прошлом году это была другая коллекция, да, не такая, как в основных киндерах. Но вот в этом году, я думаю, то же самое, да, должна быть другая коллекция. Итак, посмотрим, что нам киндер приготовил в этом году. Так, два киндера у нас, ну, пасхальные коллекции. Это у нас немецкие Kinder Joy, они вообще одинаковые абсолютно во всех странах. Единственное, в Италии выходит на Пасху много-много-много огромных киндеров, и они вот в некоторых странах разные, но обычно в Германии то же самое выходит, что и в России. Имею в виду огромные киндеры, Макси. Ну так, пасхальные коллекции в любом случае одинаковые. Итак, смотрим, что здесь у нас. Так, пасхальная коллекция 2020 года в Kinder Joy. Да, должна быть другая должна быть, чем в основных киндерах. Итак, вот она. Смотрим, у нас здесь 6-8 фигурок, да, 8 фигурок. И это получается у нас кисточки, да, кисточки. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Итак, тут у нас несколько деталек, наклеечки, как это все собирается. Так, давайте посмотрим. Так, это у нас как будто бы пень, да, или дерево какое-то. Да, дерево похоже. Вот так оно у нас вставляется. Но вообще, по ощущениям, неплохо сделано, да. Вот, может быть, по видео непонятно, но точно не вот обычный этот такой пластик не очень приятный, который в Kinder Joy в последнее время вообще так достаточно приятно на ощупь. Вот такой вот у нас... О, кто это такой? Даже не знаю. Странное животное, да. Какое-то такое дерево, не знаю. Кто это? Здесь у нас такой трафаретик есть рисовать. Вообще выглядит очень неплохо. Так, и как там у нас он... Так. Где у нас перед у него? Вот так, кажется. Да, вот такое вот забавное животное. Вообще выглядит очень-очень неплохо. Ну и так по ощущениям тоже неплохо. Итак, он у нас вешается на... смотрите, голова у него получается меняется... крутится, видите, и он тогда становится другим. Очень симпатично сделано, такой прикольный механизм. Вообще приятный на ощупь пасхальная серия в Kinder Joy. Да, здесь у нас какая-то наклеечки есть. Так, здесь у нас наклеечки традиционно, да. Ну и вообще очень симпатично выглядит коллекция. Да, вот так вот она в пасть ему вставляется. Очень-очень-очень симпатично. Ну и вот... Можно повесить куда-нибудь. Вот такая вот забавная, да, на рюкзак. Забавная коллекция пасхальная. Ну что ж, посмотрим, кто нам попадется во втором Kinder Joy с первой упаковки. Так, я надеюсь, что здесь все-таки все у нас коллекционные игрушки, не будет сборок. Так, и здесь у нас... О, вот это новость. Здесь у нас, да, это была коллекция, уже был у нас обзор несколько месяцев назад. Вышла она в некоторых странах. Тогда я на нее в Люксембурге наткнулся. Потом она чуть позже вышла в других странах. Да, где-то, наверное, в марте, апреле это было. И вот она... Нет, какой марте, апреле? В октябре где-то, да. И вот она появилась, смотрите, в Kinder Joy. Не знаю, это случайно, или они выпустили ее, наконец, в Германии на Пасху. Ну, вот такие вот новые формы киндера. Я думаю, что все-таки они выпустили ее, да, сознательно. Наверное, две коллекции идет. Пасхальных, поскольку ее в Германии не было, ну и, наверное, в России тоже она выйдет все-таки. Смотрите, тут какая история, достаточно интересная идея, в целом очень-очень интересная, симпатичная идея. Да, вот так это работает, точно. Так, вот мы одно и другое, и у нас вот такой вот трансформер. Все, вот теперь точно правильно сделал. Да, вот такой трансформер, видите, можно вот так его переворачивать. Одна, другая сторона, и у нас разные совсем лица появляются. Ну что ж, вот так вот неожиданно, да, получается две коллекции пасхальные. Основная новая и вот коллекция, которая такая недавно вышла, но здесь у нас 6 тоже фигурок. Но вот пустили ее в Германии, наверняка будет и в России, и в других странах. Вышла она в пасхальных коллекциях. Ну давайте посмотрим, что попадется во втором коробочке у нас. И тогда будет точно ясно, две коллекции у нас Kinder Joy пасхальных или больше.
Так, ну, давайте смотреть. Вообще, основная коллекция вроде бы другая будет, но вот скоро у нас будет обзор. Посмотрим, какая коллекция будет основная в обычных киндерах пасхально. Ну, вот, пока что вот это тоже очень-очень симпатичная Kinder Joy. Нет, смотрите, снова голова. Эти наши, как они называются, Crazy Crew. Да, и вот, по-моему, другая, да? Нет, та же. Вообще, по-моему, их вышло несколько. Несколько серий, то есть не 6 игрушек, а там, по-моему, 24 или что-то такое разных. И вот, есть обзор у нас на канале, да. И вот, судя по всему, да, это тоже часть пасхальная. Может быть, даже положили в эти коробочки одну такую, но вот сейчас проверим, да. Сейчас проверим, будет у нас, так, по второму сюрприз, значит, должна быть игрушка из пасхальной коллекции второй, с вот этими вот симпатичными зверушками. Итак, вторая киндер. Да, точно, так и есть. Супер. Получается, у нас две коллекции в пасхальных джоях. И здесь у нас попадается еще одна зверушка. Так, да, вот у нас самая наша основная пасхальная коллекция. Здесь у нас тоже какая-то овечка черная, да, в этот раз попадается. О, очень, кстати, очень приятно сделано. Прям вот приятно держать в руках. Тут вообще никаких вопросов. Вообще интересная идея. Наверное, решили объединить, да, с поворачиванием головы. Тоже, да, поворачивается голова. Видите, как вообще это работает? А, тут у нас что-то крутится. Так, и очень интересная идея. И вот они, конечно, чем-то похожи. Похожи, ну вот единственное, это, конечно, пластик прям такой дешевый-дешевый, кажется, по ощущению. А вот основная коллекция, конечно, намного-намного посимпатичней сделана и получше сделана. И вот такая вот у нас черная овечка получается, да. Черная овечка, также вот видите, трафаретик прилагается, можно рисовать, ну и можно куда-нибудь повесить на рюкзак ее, также наклеечки у нас. Вообще необычная идея, прям симпатичная, да, что вот это вот поворачиваю мне головы. Ну что ж, очень-очень неплохо, Kinder в этом году, пасхальная серия. И давайте уже последнюю коробку посмотрим, и тут, скорее всего, у нас тоже будет... Тоже будет две из обе с коллекции, да, из двух коллекций, я думаю, по одной игрушке нам попадется. Ну, давайте смотреть. Так, одна у нас, кстати, вот не обратил внимания, может быть, даже зеленым одна коллекция, в красном другая. Ну вот, давайте посмотрим, кто здесь у нас попадется еще из пасхальной коллекции. И вообще очень интересный, огромный киндер в этом году, прям вот... Интересная коллекция, совсем скоро будет. У нас много обзоров. Так, ну да, снова у нас Crazy Crew. Вот в этот раз, кстати, нет, это же, да, серия. Но в этот раз, видите, с наклеечками. Были такие у нас тоже с наклеечками. Так. И как он у нас здесь крепится. Были такие у нас уже. Да, надо наклеить наклеечку. Видите, ну, не на всех надо было наклейки клеить. Так, и здесь у нас... Как-то так все это сделано. Нет, неправильно, конечно, другой стороной. Вообще, вот интересная идея с этими, да, формами, которые вот так вот меняются. Так, наклеим наклейки. Ну и вот такой вот у нас, да, получился перевертыш. Ну что ж, и последний сюрприз на сегодня. Здесь у нас в пасхальном Joy будет... Посмотрим, что. Здесь у нас будет уже вторая коллекция, очевидно. Основная пасхальная в Kinder Joy, да, все верно, и здесь у нас повторка, вот это, да, снова попадается наш зубастик, повторный. Ну что ж, друзья, вот такая вот пасхальная коллекция, очень симпатичная, очень-очень симпатичная, думаю, буду стараться ее собрать всю. Посмотрим, конечно, как будет выглядеть коллекция в обычных киндерах, но вот видел я ее на фотографиях, выглядит очень тоже симпатично. Ну вот, скоро будет обзор. Итак, вот такая вот коллекция Kinder Joy пасхальных. По-моему, она удалась. Ну что ж, совсем скоро у нас будет много новых обзоров на пасхальные киндеры. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем спасибо. Пока-пока.